что же приготовить на завтрак? Может быть, овсяную кашу? Каша была вчера и позавчера. Давай что-нибудь другое. Всем спокойно, папа возьмется за это задание. Смешивай между собой коричневый, оранжевый, белый пластилин. Получившуюся массу раскатываем в колбаску. Нарезаем ее на несколько одинаковых частей и делаем из них вот такие сосиски. Облепляем сосиски вокруг белой нитки. Должно получиться вот так. Но это еще не все. Замешиваем желтый, рыжий и белый пластилин. Вылепляем из него продолговатую булочку. А в серединке проделываем небольшое отверстие. Точек обычной зеленой бумаги разрезаем на такие небольшие бахромушки. Кладем наш салатик прямо внутрь булочки и украсим хот-дог горчицей и кетчупом. Горячие и вкусные хот-доги для перекуса готовы. А оставшиеся сосиски, чтобы не испортились, положим в специальный пакетик. Вот такой сытный набор для завтрака у нас получился. Пап, это же просто объедение! Разве это здоровый завтрак чемпиона? А я бы еще съела хлопья с молоком! И я бы тоже не отказалась! Понял, сейчас сделаю! На кусочки пушистого фоамирана рисуем несколько маленьких ракеток. Вырезаем их и дополняем классными звездочками. Собираем для хлопьев прикольную коробочку. Просто складываем ее в квадрат. Клеиваем ее при помощи клея-карандаша. А внутрь засовываем наши хлопья. Но какие же хлопья без молока? Собираем пачечку и для него. Вот он, настоящий завтрак для чемпиона. Надеюсь, наши куколки останутся сытые. Любимые хрустики, мне попались ракеты и звездочки. Дорогая, ты же забыла налить молоко. А я и вторую могу порцию съесть. Костюмчик-то тянется. Не догонись, не догонись, не догонись. Девочки, потише, вы мешаете мне делать уроки. Ты вечно делаешь уроки, а нам хочется поиграть. Мама, сделай с этим что-нибудь. Может, тебе нужны наушники? Ты же обожаешь слушать классическую музыку. Возьмем обычную втулочку от бумаги. Нарисуем на ней контур наушничков. Аккуратно вырезаем получившийся контур. Таких деталек надо сделать две. Склеиваем их между собой, чтобы оправа казалась жестче. Получившуюся заготовочку красим ярко-красный цвет. Из белого фоамирана вырезаю 4 маленьких кружочка. Получившиеся кружочки клеим прямо к наушничкам. И каждый из ушек украшаем наклеечкой. А провод мы сделаем из обычной нитки. Складываем ее в 3 раза. На палец капаем немножечко клея ПВА. И проводим сквозь него наш проводочек. После того, как провод высох, он стал более жестким. Крепим его прямо к наушничкам. Классные наушнички для куколки Лол готовы. Теперь она всегда сможет слушать свою любимую музыку. Ла-па-па-па-па-па-па! Эй, ну что так громко, мультики не слышно? Вас плохо слышно? Та-та-та-та! Конечно, давно, я уже даже его лайкнула. Девчонки, вы чего сидите дома? Там такая классная погода на улице. Ой, ну мам, что там делать? Сходите, прогуляйтесь и покатайтесь на качелях. Все сломали, взрослые мальтиски. Так сейчас папа вам сделает. Качельки я сделаю из разноцветных трубочек. Перевязываем их между собой обычной белой ниткой. Лишние хвостики сверху отрезаем и приклеиваем посерединке перекладину. Таких прикольных ножек надо сделать две. Перекладинку я сделаю из еще одной трубочки. Склеиваем ножки аккуратно сверху. А сиденье я сделаю из шарика Лол. Точнее, из одной ячейки. Обрезаем все лишние пластмассовые ушки. А из пушистой проволоки с двух сторон приклеиваем к сиденью ручки-держатели. Прикольные качельки для малышки Лол готовы. Теперь им точно будет весело. Уху, вот это здорово! Я тоже хочу, освобождай место! И я хочу! Пусть малышка покатается, а вы пока прокатитесь на велосипеде. Интересно, где это мы его возьмем? Эх, есть у меня пара идей! Из кусочка пенокартона вырезаю вот такие детальки. Красим их в ярко-желтый цвет. Берем обычную трубочку, отрезаем от нее небольшой кусочек. Один из кончиков трубочки как следует сплющиваем и приклеиваем к нашему прямоугольничку. Внутрь продеваем маленькую булавочку и вставляем прямо во вторую часть.
Берем две пробочки, побольше и поменьше. Отрезаем от них вот такие блинчики. Каждый из них красим в черный цвет. Белым карандашиком рисуем спицы для колеса. Одеваем булавочку через маленькое колесико и приделываем его к нашему основанию. Спереди вставляем колесо побольше. От черной трубочки отрезаем небольшой кусочек и приклеиваем его сверху. Из красного фоамирана вырезаем сиденье и приклеиваем к нему небольшой треугольничек. Ставим его прямо сверху на велик. Настоящий работающий велик для куколки Лол готов. Самое время пойти покататься на нем на улице. Уху, наконец-то у меня есть велик! Папочка, спасибо, это же моя мечта! Дай сюда, я тоже хочу попробовать! Именем короля приглашаю тебя на бал в честь моего дня рождения! Супер, идем, я уже готова! Нет-нет, тебе нужен особый наряд! Мама в этом месяце больше не будет мне покупать платья! Я помогу тебе сделать новый образ! На кусочек синей ткани ставим обычный пластиковый стаканчик и обводим его по контуру. Получившийся кружок складываю пополам, делаю 3 надреза сверху и одеваем кружок прямо на тельце Лол. Берем много ленточек разных цветов и собираем каждую из них на обычную ниточку. Получившуюся рюшу приклеиваем к низу платья. Следующую фиолетовую, а потом и голубую. На поясочек я приклею голубую коротенькую ленту. А сверху пусть красуется симпатичный желтый бантик. Украсим бриллиантами куколке волосы. Пусть ее причесочка сверкает. Ух ты, теперь мой наряд по-настоящему королевский. Тебе бы еще волосы такие же прямые, как у меня, и все было бы в ажуре. Я люблю свои кудрявчики. Дорогой, ты так давно не покупал мне новых нарядов. Но ты же знаешь, что у нас сейчас туго с деньгами. Эх, а так хочется чего-нибудь новенького. Мама, давай мы сделаем тебе наряд. Мы знаем как. Берем ярко-красный листочек фоамирана и разглаживаем его при помощи плойки. Плотно прижимаем фоамиран на куколку. Должен получиться держащий форму корсет. Сзади аккуратненько склеиваем ткань, а все, что лишнее, отрезаем. Юбочку, как полагается, сделаем горошек. Сложим заготовочку пополам и отрежем у шарика низ. Неровный пояс у юбочки закроем красивой лентой в горошек. У настоящей Леди Баг горошки должны быть черными. Закрашиваем их обычным черным фломастером. Должна получиться вот такая божья коровка. Чтобы край платьишка смотрелся ровнее, приклеиваем к низу вот такую тесемочку. Перчаточки для костюмчика я сделаю из тоненького шарика. Разрезаем его на несколько частей. Сверху формируем вот такой треугольничек и делаем насквозь дырочку для пальчика. Элегантные супергеройские перчаточки для куколки готовы. А на глазки я оденем связанную масочку Леди Баг. Вау, вот теперь образ действительно напоминает героиню мультика. Для сумочки возьмем 2 маленьких кружочка из фоамирана. Соединяем их между собой при помощи прямоугольной линейки. А сверху накрываем оставшимся кружком. Рисуночек на сумочке делаем простой. Черную тесемочку оборачиваем вокруг сумочки. И с обратной стороны делаем точно так же. Получается удобная и очень красивая сумочка в стиле Леди Баг. Теперь волшебный образ мамы полностью завершен. Я не уверена, что в таком костюме можно ходить по улице. Да ты чего, мам? Это же Леди Баг. Она классная. Ну тогда я пошла в магазинчик. Мальчики, ну вы купите мне уже что-нибудь сладенькое. В банке все наши деньги спустил на аттракционы. Так себе из вас ухажеры, я пошла. Стой, стой, сейчас я что-нибудь придумаю. Сладкую вату я сделаю из ниток для валяния. Нарезаем с концов несколько небольших кусочков. Наливаем в мисочки немножко обычной водички и капаем внутрь по капельке краски. Каждый из отрезанных хвостиков кидаем прямо в краску. Должны получиться вот такие клубочки. По такому же принципу я выкрасила и розовым шерстку. Палочки для ваты делаем из крепочек. Выгибаем каждую из них в прямую линию. Получившуюся ватку обматываем вокруг палочки.
Клубочки окончательно высохли. Получается вот такая сладкая вата для кукол. Для леденцов я возьму разного цвета пластилин. Каждый из них раскатываю в тонкую колбаску. Делайте линейки как можно тоньше. У меня получилось вот так. Сворачиваем линейки в небольшую спиральку. И начиная с основания, скручиваем в рулечку. Берем следующие два цвета и сворачиваем в змейку. Получается прикольная маленькая елочка. Форма и цвет леденцов может быть разный, какой вы только придумаете. Чтобы леденцы было удобно есть, возьмем обычные зубочистки. Так мы получим классный леденец на палочке. Ммм, какие сладкие! Надеюсь, наши куколки теперь точно будут довольны. Ммм, какая же вкуснотища! Просто объедение! Ну что, пойдешь со мной в субботу гулять? Эй, вообще-то это я все сладости сделал! Сладости — это только первый этап. Хочу на аттракционы! Нет, мне нужна особенная косметика. Обычно я не пользуюсь. Чем тебе не подходит акварель или гуашь? Ты что, никогда не пробовала косметику с принцессой? Не-а, может, она зарисует пятна краски на лице? Вырезаем из фоамирана два синеньких кружочка. В линейке из фоамирана прорезаем отверстие под молнию. Один из концов приклеиваем к квадратику и второй подгоняем стык-стык. Вырезаем из фоамирана два небольших кружочка. Приклеиваем их сверху и снизу сумочки. По краю косметичку украшаем жемчужинками. Чем больше сделаете украшений, тем симпатичнее она будет смотреться. Сверху приклеиваем стикер-картинку с Золушкой, а поверх нее лепим удобную ручку. Настоящая косметичка для кукол готова. Теперь осталось сделать для нее наполнение. Берем пластиковые ячейки от леденцов. Мне нужны от них только две штучки. При помощи прозрачного скотча склеиваем их между собой. Получилась вот такая баночка. Красим ее прозрачным лаком для ногтей и макаем, пока лак не высох, в блестки. Получается вот такая супер яркая пудреница. Внутрь я счищаю немного тональной пудры и помещаю прямо внутрь моей прикольной баночки. А прикольный мини-спонжик я сделала из фоамирана. Сверху на нее клеим лицо прекрасной Золушки. Настоящая работающая пудра для куклы Глоу готова. Она же с Золушкой, какая красотища! Ха, да я еще не такой могу. И где ты только этому научилась? На любимом канале Double Bubble. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Лайк, лайк, лайк.